Сегодня в республике проходит единый информационный день. Его тема – основные направления бюджетной политики Чувашии, изменение тарифов на коммунальные услуги. Особо были затронуты вопросы по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде. Кроме того, обсудили ход всероссийской сельхозпереписи и уборочной кампании. В 17 районах республики она уже началась. Сейчас работы ведутся почти на 300 тысячах гектарах. Валовый сбор урожая 9 тысяч тонн. Самая высокая урожайность отмечается в Батыревском районе – 44 центнера с гектара. Одновременно с уборкой готовится почва посева зимы. На сегодня заготовлено 91 тысяча тонн сена – это 127% к плану. Жители Чувашии стали больше обращаться за госуслугами. В органы внутренних дел поступило почти 17 тысяч электронных обращений. Сотрудники МВД по Чувашии провели горячую телефонную линию по вопросам предоставления государственных услуг. Обратиться в МВД, записаться на техосмотр автомобиля, оформить лицензию на охотничье оружие или заказать паспорт – все это можно сделать через единый портал госуслуг. МВД Чувашии перевело в электронный формат более 30 своих услуг. В полиции отмечают – очереди сократились в разы. Немало поступило и телефонных запросов. Наиболее часто звонившие интересовались получением справки о судимости, порядком оформления загранпаспорта и заменой водительского удостоверения.